Любите зарабатывать на экономических играх? Тогда Clash Royale для вас. Игра новая, работает всего пару недель. И чтобы начать, вам нужно зарегистрироваться, купить героя и выводить прибыль. Заработок полностью автоматизирован. И после покупки героя вы будете получать прибыль каждый час. Также можно заработать на пятиуровневой партнерке. Все подробности по ссылке в описании. Карен, как дела? Привет, Питер. Как тест по испанскому? Ты не могла бы мне помочь? Я пытаюсь выяснить, кем были те парни под мостом, но я помню только часть номерного знака. Я могу опознать лица по записи той встречи. Записи? Да, Питер. Я записываю все, что вы видите. Все? Все. Все время? Это протокол радионяни. Ну, естественно. Отмотай назад до прошлой пятницы. С радостью. Всем привет! Зачетная вечеринка. Салют, Лиз. Питер мне про тебя рассказывал. Не-не-не-не-не-не, это я прикалывался. Мотай дальше. Это я, Тор, сын Одина. Нет, это явно не то, что мы ищем. Ваши подражания очень смешные. Перемотай до той сделки. Ладно. Двое справа, кто они? Поиск по базам данных преступников. Никаких записей по ним не обнаружено. Ничего? Один человек опознан. Аарон Дэвис. 33 года, богатое криминальное прошлое, живет в Куинс. Навестим его. Активирует протокол допроса с пристрастием? Да. Помнишь меня? Да. Мне нужна информация, и ты мне ее дашь. Ладно, остынь. Живо! Что у тебя с голосом? В смысле, что у меня с голосом? Под мостом у тебя был голос девчонки. Я не девчонка, я парень. В смысле, я мужчина. Да пофиг, парень, тёлка. Я не тёлка, я мужчина. Короче, кто продает это оружие? Говори имена или пожалеешь. Ты раньше этого не делал, да? Деактивировать режим допроса. Послушай, эти парни продают безумно опасное оружие. Нельзя, чтобы оно оказалось на улице. Если одно из них разрезало лавку Далмара, представь... Знаешь, Далмара? Лучшие сэндвичи в Куинс. Хот-сэндвич круче. Не, хлеба много. Я люблю хлеб. Короче, скажи, прошу. Дурацкий режим допроса. Карен, не делай так больше. Ты сказал тому парню, охота пострелять, стреляй в меня. Храбро. Мне не нужно оружие в этом районе, у меня здесь племянник. Кто эти люди? Что ты знаешь про парня с крыльями? Кроме того, что он псих в костюме демона, ничего. Я не знаю, кто он и где он. Но я знаю, где он будет. Правда? Да, я работал с одним психом, он... У них сегодня сделка. Да! Да! Эй, спасибо! Эй! Я не сказал, где. У тебя нет адреса. Да, конечно. Да, вот балда. Я... Да. Ты где? Дать тебе совет. Тебе стоит поработать над допросом. Не понимаю. Меня все боятся. Паром на Стейтен Айленд в 11. О, уже скоро. Эй, она растворится через 2 часа. Нет. Убери ее. Ты это заслужил. У меня мороженое растает. Ты это заслужил. Пока, мистер преступник.